По-настоящему полное прохождение легендарной Hawks of War наконец-то появилось в русскоязычном сегменте YouTube. И оно является таким по факту. Не в названии, как обычно это пишут, в названии на 100% начинаешь смотреть, а по факту дела обстоят совершенно иначе. Нет, друзья, мы прошли игру полностью. Мы прошли 25 миссий за основную команду, мы прошли 25 миссий за секретную фиолетовую команду, мы взяли абсолютно все бонусы и там, и там. И на этом можно было бы с чистой совестью завершить прохождение, поставить точку, подвести итоги и идти проходить следующую игру. Но, друзья, я вот подумал, Николай Декстер Карипанов, который заказал Hawks of War, он делал еще заказ классных игр на канале, плюс он постоянно регулярно поддерживает канал донатом, и я решил сделать приятный бонус, я решил сделать еще одно прохождение американской версии игры. Мы будем проходить с обычными жизнями, а вот покажу вам, что здесь работает корректно, то, что работало некорректно в русской версии. Будет интересно почитать брифинги к миссиям в оригинале, сравнить с тем бредом, который пишут часто на русском. Вот просто даже, да, интересно, я думаю, он тоже будет посравнивать. Ну и мы будем проходить с обычным количеством жизни, потому что если мы в американской версии даже... Так, не сюда. Даже если установим количество жизней в половину уменьшенное, вот здесь health half ставим, оно у нас все равно будет нормальным. Как и удвоенное количество, если мы поставим, то на миссиях это не срабатывает. Вот это интересно. То есть, если бы я поставил здесь удвоенное, начал играть в американской версии, жизни были бы стандартные. Так что начинаем. Будем играть. И в этом бонусном прохождении я говорил уже, что мы будем играть за команду желтых. Это команда японцев Суши Швайн. Но мы ее переименуем и присвоим ей название серии, моей любимой серии игр, которая навсегда поменяла мою жизнь и останется любимой навсегда. Конечно же, я думаю, вы уже догадались, что это серия игр Final Fantasy. И, кстати говоря, если вы хотите с ней познакомиться, рекомендую смотреть ее также на канале, потому что именно на моем канале Final Fantasy впервые действительно начали, ну, стали проходиться на 100% в русскоязычном сегменте. Так, свиньи же в команде мы будем называть именами героев финалок. Первым будет у нас Зидан из моей любимой девятки. Только я вот тут небольшие замены хочу произвести. Давайте Зидана сделаем вот таким вот дядькой. У нас есть вот такой вот жирный парень, это классно. Я хочу его поставить на второе место. Так, и вот этого тоже заменим. Вот так. О! Во! Так, переименовываем Зидан. В этом прохождении, друзья, я не обещаю, что я буду собирать все бонусы. Оно будет больше фановым и для отдыха. Все, что нужно было сделать, мы уже сделали. Получится собрать все, значит, соберем все. Да, и еще дополню, что кроме бонусного прохождения, я бонусом еще решил пройти все одиночные миссии. Так что будет интересно, что посмотреть, поиграем на одиночных миссиях, там разные режимы есть. То есть фана будет еще много, так как много еще людей смотрит свиней, я думаю, это всем будет приятно. Этот бонус тоже вам подарю. Начинаем. Игру... Тренировочную миссию я сейчас пропущу, я обещал, что мы на ней пофанимся на ней в конце. Пройдем кампанию и потом сыграем тренировочную миссию. Ну а теперь смотрите, Hawkshead называется первый остров, то есть поросячья голова, но никак не Хослет, да, он там назывался. Так, теперь давайте прочтем брифинг. Мы поставили вас во главе вашего собственного отряда пехотинцев, принимающих участие во вторжении в Hawkshead. Каждый из ваших хряков оснащен тремя гранатами, винтовкой и штыком. Давайте посмотрим, что вы можете сделать, на что вы способны. Ну давайте посмотрим. Давайте. The War Foundation. Начинаем первую миссию. Желтая команда. Это круто и весело. Поехали. По 50 жизней у нас. Времени много, поэтому идем собирать ящики.
Я правда хотел поиграть с уменьшенными жизнями. К сожалению, этого сделать нельзя. Так, скушаем вкусную аптечку. И я думаю, что буду делать всех шпионами. Это тоже весело, ну, до какого-то определенного момента. Четверых, по крайней мере, точно, потому что я вспоминаю легендарного медика Бирхова. И это легендарный парень. Может, медика сделаем. Он тут, правда, будет не Бирхов, он будет именем какого-то героя финалки называться. Так, что ж, мы можем сразу, получается, минуснуть одного. Ну да, можем. Здесь не будет вылетов, друзья. Не надо будет это вот загружаться. Это так классно вообще. Это очень радует. Мне кажется, как-то он тут дольше. У него фитиль горел. Так, давай, пехотинец. Take this, your mother! Я предусмотрительно оставил аптечку здесь. Помним с вами, что там снайперка. Возьмем сейчас еще этот ящик. Или мне кажется, или она как-то немножко медленнее идет. Но не знаю, может, это у меня ощущение такое. Две базуки в одни руки. Отсюда, значит, и жахнем. Из базуки. Ой, это я не докинул. Но она как-то медленно идет. Я не пойму, почему. Может, у меня что-то тормозит? Ух ты. Очень странно. Очень странный, дружок. Ладно, давайте этому накинем. Его со снайперки потом. Можно будет, надеюсь, выцелить оттуда. Может, это зависит от вот этого ПАЛ и НТ. Как там? F, да? Не помню точно. Ну-ка. Take freaking aim. I'm ready. NTSC. Во. Блин, тут просто напитывается аптечками. Все серьезно. Давайте за снайперкой. Еще минус один. Я тянусь сохраняться уже. Из страха. А сохраняться не нужно. В этот раз он дальше кидает. Как будто в тот раз пристреливался. Прикольно. В прошлый раз тоже пристреливались, вот. Как бы, все по-честному. Теперь мы тоже попадаем. Киану Ривз.
Так, это будет попадание. Я не пойду забирать ту аптечку, друзья. Давайте проходить. И побеждать. Да, говорю, что в первом прохождении все у нас было уже забрано, все было сделано отлично. Тут надо просто... просто пройти в удовольствие. You have the wrong guy. Так, первая миссия есть. Ух ты. У японцев иероглифы. Вот это интересно. Я даже не знал об этом. Серьезно. Так, второй у нас будет... Сквол из Final Fantasy VIII. Очень много людей, которые любят Final Fantasy VIII, ждут его на канале. Так. Есть. Далее. Кенда. Ренеймится в Клауда. Страйфа. Так. Здесь будет Тидус. Отлично. А здесь, я думаю, Сесил. Жду вас в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова